В общем, моя попытка докричаться в прямом эфире в Дальневосточном абсолютно неудачно. Напоминает мне, наверное, как я с этими штуками, звездочками, которые условно там называются нормализаторы, но на самом деле это нечто большее. На самом деле я уже ссылку давал на круги на полях, рисовали их в начале это 3 июня в Англии. Конкретика там очень была. То есть эта штука, работающая с генетикой, открываю ему тайны такие, она позволяет разгонять наши клетки, наше тело, в общем, и посредством воздействия музыки гармоничной, прежде всего, правильной, то есть истинной, не той, которая чертовщиной льется, да, там, рванью, а в которой есть божественная составляющая, то есть есть акт творения, есть вот эта вот фрактальность высшего порядка. Она позволяет этой музыкой, в общем-то, себя приводить в порядок после многих тысяч темных лет, которые были в нашей галактике. И вот я сейчас сижу, наблюдаю звезды, Марс, который просто обалденно красный, Юпитер уже спрятался, Млечный Путь, все остальное. И, ну, как бы связь с космосом железобетонная тут. Это не город, где тебя отсекают, поля, там всякая хрень. Это уже природа. Причем омывается остров мой. Ну, кто не верит, подойду, сейчас покажу. Водой со всех сторон, быстрой, чистой. То есть, соответственно, тут точка просто. Тем более, эта точка уже неоднократно прокачивалась. Тут мы и я в одиночку, и в компании. Вон рыбки даже плавают. Мелкие. Вон они. Вон они. Ну, это так, прячутся. Ну, то есть, рядом пирамиды настоящие. Есть вон там вон километр с плоской вершиной, как срезано. Ее, кстати, видно плохо даже с поселка. Ну и, в общем, пустился я в путь искать ответ не столько на найденные вопросы, сколько разбираться с собой, потому что ушло масса энергии на все про все. То есть последний визит в Москву был просто энергопожирающим, потому что противники были ужасные, я прямо скажу. Кто тормозил там, кто это, ну как бы. Тем не менее удалось практически все сделать, кроме одного, кроме увидеть глаза любимой женщины в упор. Ну, тем не менее, пришла какая-то компенсация там и все остальное. Как бы начало другой жизни. И вот я размышляю просто над тайнами Вселенной, о том, как это все устроено. И поскольку я человек, не умеющий хранить тайны, я хочу этими тайнами немножко с вами поделиться. Потому что, глядя на эту воду бешеную, шансов доплыть у меня до финала, ну, процентов так 85%. А 15% на суицид. Я, конечно, не суицидник, но просто тут бегать по тайге с лодкой задача бредовая, со сложенной. Поэтому придется плыть. Либо без лодки по тайге. Мягко говоря, можно я материться буду? Вот здесь капитанское слово, либо проебать лодку и все содержимое, сука, вылезти на берег в трусах, с поджилете, с ножом, ой, и с пачкой сухофруктов в кармане. Ну и дальше все с зажигалкой и все соответствующие приключения испытать, которые испытывают люди там, дня три блуждая в тайге по болотам. Ну как бы, я люблю приключения, но не такие, конечно. Поэтому сплюнем, сядем, вот здесь вот я сяду. Большой, я не могу уже 4 минуты закачивать, потому что не знаю, сколько будет тут интернет торчать. Я на ночь поставлю на закачку. Если 4 минуты закачается, то закачается. Просто пожелайте мне удачи, ребят. Пожелайте мне хорошей рыбалки. Не знаю. Вот видите, как у меня глазенки блестят. Это уже энергия поперла. Разгоняет все, кундалини, анахата. Ну что я заметил, да, вот путешествие в тайге, я как бы путешествую достаточно
давно, с детства, но когда появились вот эти звездочки, я вам, ребята, на мозги не капаю. Уже не тот завод. Реально, стало просто работать, ощущать стал природу, интуицию. То есть ты плывешь, ты знаешь, там за поворотом стоит зверь. Ты знаешь, что там в омуте есть рыба, а в этом омуте нет. Ты знаешь, что через полтора часа хренанет дождь. Причем такое, от которого надо ставить и, ну, как бы, вот все остальное. То есть это абсолютно не связано с опытом. То есть не с... это именно вот эта вот связь, умение считать информацию. То есть умение слышать уже не только ушами, умение слышать сердцем. Умение, ну, то есть что от нас и пытается добиться, собственно. Наш создатель, наш учитель, наш, так сказать... великий предок и все предки, которые там, сколько их миллионов там по цепочке стоит наших воплощений, может, это даже мы сами в других более молодых воплощениях, предки сами себя, потому что, ну, хорошую религию придумали индусы, но она действительно такая есть, ничего они не придумывали. Поэтому живите с мечтой, живите честно, не врите себе хотя бы. Бог с ним, с другими, ну, перед своей душой вам придется все равно отвечать. Ну и про музыку, то есть. Вопросы все на форуме. Ребят, если лень читать, то я вам никак не помогу. Да, ликвидировать вашу безграмотность я не смогу. Потому что скорость, с которой приходит новая информация, и то, что ее тоже надо как-то осмыслять, материализовывать, как бы, и на это все время есть, ну, не оставляет просто времени на вот это вот сидение в канале и так далее. Все, спасибо. Дальний Восток, там адрес был церковь, ну, это в километре в полутора от меня, она там в поселке, я уже от поселка-то уплыл. Юрич, Андрей Викторов, в общем, с вами был на связи. Это вот фонарик. Это лампочка. Ой, это я. Все, счастливо.